несколько примеров на тренировке. Начнем с совсем простой задачки. Представьте себе многозначное число такое, что его сумма цифр делится, ну, например, на 7, и сумма цифр следующего за ним тоже делится на 7. Бывает такое число или нет? Если при прибавлении единицы не было перехода в следующий разряд, то, конечно, нет, потому что когда эти числа отличаются на единицу, это невозможно. Значит, число n должно было записываться несколькими девятками на конце. Ну и перед этим. Давайте количество девяток обозначим буквой x. И сумму цифр, вот это не девятка, того, что стоит перед девяткой, обозначим y. Тогда что у нас будет? Сумма цифр числа n – это 9x плюс y. А сумма цифр следующего числа, это все заменится на нули, и здесь прибавится единица. Это y плюс 1. Значит, y плюс 1 должно делиться на 7, и 9x плюс y тоже должно делиться на 7. Отлично. То есть y это 7k минус 1, где k какое-то натуральное число. И мы получаем замечательную штуку. 9x минус 1 должно делиться на 7. Бывает такой лимит. Это очень легко понять. Это уравнение 9x минус 1 равняется 7z. То есть 9х минус 7z равно 1. Ну, а это и есть то, чем мы занимаемся. Уравнение 9х минус 7z равно 1 есть решение в натуральных числах. Ну, в данном случае его это решение очень легко получить. Достаточно просто, смотрите, что сделать. Понять, что это 2х минус 7 умножить на z минус x. Вот. И теперь все понятно. Достаточно сделать, чтобы z минус x было числом 1, а x было бы числом 4. 2 4 это 8, 8 минус 7. Замечательно. Значит, z это будет, соответственно, 5. z это будет 5. 35 плюс 1, 36, разделить на 9, это как раз 4. Отлично. Отлично. Значит, я должен взять в качестве n число, заканчивающееся на 4 девятки. Это я просто впишу 9 и от них уберу. На 4 девятки. И теперь осталось понять, чему же равно y. Вот здесь у нас 36, а надо еще прибавить сколько-то, чтобы делилось на 7. Ну, наверное, проще всего написать 2 четверки. Нет, почему 2 четверки? Не 2 четверки. 2 тройки. 2 тройки. 3, 3, 9, 9, 9, 9. Потому что сумма будет 42. Давайте посмотрим, какое число можно было поставить вместо семерки. То есть решить такую общую задачу. Сумма цифр числа n делится на какое-то число n. И сумма цифр числа n плюс 1 тоже делится на n. Аналогичное тому условие. 9x плюс y должно делиться на n. Правильно? И y плюс 1 должно делиться на n. Другими словами,
если вот вычесть от Y освободиться, получится, что 9x минус 1 это LZ. То есть уравнение имеет вид 9x минус LZ равняется 1. Вот и все. Если числа 9 и L взаимопросты, есть решение. Если не взаимопросты, то есть если L делится на 9, то такого не бывает. Во всех остальных случаях такого не бывает. Вот простенькая задача про сумму цифр. Как видите, все зависит только вот от этого уравнения. 9x минус lz равно 1.